FM. Для слушателей старше 12 лет. Прогноз погоды. Спонсор выпуска — фитнес-клуб «Цитрус». Фитнес, доступный каждому. По данным сайта «Гизметео.ру», сегодня днем воздух прогреется в Волгодонске аж до 15 градусов. Вечером термометр покажет 12 градусов выше нуля. Ветер западный до 7 метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без дождей. Спонсор выпуска – Альмадийная Елена Ефимовна. «Цитрус» рекомендует. Фитнес, пилатес, тренажерный зал, индивидуальные и групповые занятия, мотивация и поддержка тренерской команды. Черникова 2В. «Цитрус». Фитнес, доступный каждому. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Теплый электрический пол для всех видов напольных покрытий и помещений. Строительный электромаркет «Стройопт». Работаем без выходных. Только в полный центр. Ростовское шоссе 1. Хотите новый диван, но так любите старый? Выбирайте «Виттекстиль» — новую ткань для перетяжки мебели и поролон по отличным ценам. «Виттекстиль», Ленина 111. Одежда, обувь, костюмы, чашки, кружки. Магазин Плюшкин, магазин Плюшкин. Текстиль для дома, одеяло и подушки. В магазине Плюшкин, в магазине Плюшкин. Взрослая выгода, а для детей игрушки. В магазине Плюшкин, в магазине Плюшкин. Плюшкин, выгода, наша забота. Ты сэкономил, считай, заработал. Плюшкин, он такой, только один. Выгодных цен, скоро магазин. А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба русского радио в Волгодонске. 22.10. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.